Маленький Максим ожидает очереди на прививку. Сюда он пришел с мамой. У Марины Веревкиной двое детей, и вакцинацию со своими малышами она проходит каждый год. В прививочном кабинете медсестры ее уже знают. Говорит, а вопрос прививаться или нет для нее не стоит. У меня два сына, мы прививаемся каждый год, потому чтобы они не болели, чтобы были здоровыми. Это очень важно, конечно, для моих детей. Вакцина «Савигрипп» входит в российский календарь прививок. Она значительно снижает риск заболеваний и осложнений. Врачи рекомендуют прививаться осенью, чтобы к началу следующего года уже сформировался иммунитет. Мы начали ежегодную вакцинацию сезонную от гриппа. У нас поступила вакцина «Савигрипп» для всех детей. Неорганизованным детям мы делаем вакцинацию в нашей детской поликлинике. Дети организованные, посещающие детские сады и школы, проводят вакцинацию по месту посещения в детских садах. Что радует, в последнее время появляется больше, потому что родители, наверное, осознали, что действительно дети привитые меньше болеют, и если болеют, то не так сильно. Поэтому мы очень рады этому, приглашаем всех на вакцинацию. В этом году в детскую поликлинику Мирного поступило 16 200 доз для прививок. Это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. Врачи говорят, если привьем такое же количество людей, как и в прошлом, то сумеем избежать эпидемии. За последние 3 года в Мирнинском районе вспышек гриппа не зафиксировано. Привиться от гриппа можно в любом возрасте. В группе риска школьники и маленькие дети. Вакцина «Савигрипп» не дает 100% гарантии от болезни. Однако медики подчеркивают, если вирус все-таки проник в организм, перенести заболевание будет гораздо проще. Анна Брянская, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».